субботу, 25 мая, в парке первого президента состоится третий по счету цветочный фестиваль «Алматы Гүлқала». Сегодня началась подготовка к нему. У входа в парк устанавливают конструкцию высотой 5,5 метров, которую украсят хризантемами. По словам организаторов, сцена будет располагаться близ фонтана, в чаше которого, помимо 20 различных плавающих композиций и живых цветов, будут и 4 корабля, созданные дизайнерами из декоративных материалов. В этом году наш флористический конкурс, который уже проводится третий раз, первый раз становится международным. То есть на профессиональный конкурс приезжают участники из России и из Украины. Главным подарком для гостей фестиваля станет ковер из живых цветов, сотканный флористами из хризантем, гербер и лилий. Размеры цветочного полотна составят 450 квадратных метров. Также цветочных дел мастера порадуют ценителей прекрасного декоративными свечащимися скульптурами в виде цветов. В мероприятии принимают участие более 40 флористов. Вы можете поучаствовать в любом из этих конкурсов. Их в этом году уже 3. Это любительский, профессиональный и детский. Можете зарегистрироваться у организаторов этого мероприятия. Алматы Гүлқала организован акиматом. Основная цель – сохранение экологии и презентация города. В мероприятии принимают участие как любители, так и профессионалы. В этом году организаторы включили в фестиваль и детский конкурс. Лучших определит жюри. Победителем двух предыдущих фестивалей стала Оксана Щеребирова. В прошлом году за юрту из цветов женщина получила приз – новенький Део Матис. Это нравится, мне хочется сделать что-то необычное, что-то неординарное, то есть чтобы люди посмотрели, потому что в стандартных цветочных киосках ты этого не сделаешь. То есть ты воплощаешь свои какие-то идеи в жизнь, а воплотить ты их можешь только на выставках. Вот. Ну и плюс профессиональный рост, обмен опытом какой-то. В этом году победители флористического конкурса ждут не менее щедрые подарки. Все желающие могут принять участие в Алматы Гүлқала. Всю необходимую информацию об участии можно получить по телефону 309-66-44. Камиля Куниязова, Ерлан Сагинбеков, телеканал Алматы.